экстренное видео включение. Идем, едем спасать самосвал, который провалился. Так, мы видим его. Спасательная операция начинается. Спасение КамАЗика. Все, едем. Так, вот он. Он упал прям. Ну так хорошо, сейчас подъеду, покажу вам. Так, так, что там, видать, приспал или что? Что случилось, не пойму. Сейчас мы будем его вытаскивать. Ну хорошо, хорошо так упал. Нормально, задние колеса прям туда ушли, прям хорошо. Он прям, ого-го, у него прям правая сторона поднялась на сантиметров 30 от земли. Колесо, сейчас мы будем его вытаскивать. Сейчас, ребят, я подъеду, покажу вам. Так, закрываем окошко, пристегиваемся и будем вытаскивать потихонечку. Так что, ребята, всем внимание, внимание. Сейчас мы будем его вытаскивать. А он еще и груженный, отлично. Вау, вот это да, он улетел, нормально. Он прям вообще нормально улетел. Смотрите, сейчас покажу. Да, он прям туда улетел. Вы видите, да? Да, колеса аж оторвались от воздуха. В воздухе передние колеса висят. Нормально сел. Ага. Ну ничего, ничего. Сейчас мы его вытащим. Сейчас мы только встанем удобно. Так, сзади у нас никого нету. Думаю, нет. Сейчас мы поудобненько встанем и начнем операцию по спасению Хова. Так. Объезжаем его с этой стороны. Так. Вот здесь. Сейчас мы остановимся. Сейчас покажу, как с этой стороны это все выглядит. Сейчас, секундочку, ребята. Сейчас я все это покажу вам. Я знаю, что вам это интересно. Подождите чуть-чуть. И еще. И все у вас будет. Сейчас, секундочку. Так, смотрим. Смотрите, вон пацаны стоят. И вот, вот это чудо. Чудо! Вот это да. Так, мы сейчас быстренько встанем по-удобному. Зацепим его и будем вытаскивать. Ночная операция. Срочное включение было. Вы это сами все понимаете. Сейчас мы встанем аккуратненько, по-удобнему. И будем его вытаскивать. Так, мне бы встать так, чтобы я на двух пусках стоял, а то тут неровная поверхность. Так, сейчас вам еще-то буду говорить. Че, может его сбоку, блядь, это придерживал? А ты хочешь его сбоку, сам выехать? Да, нихуя не пойдет. Я не знаю даже, брат. Ну давай попробуем. Попробуйте, ну. Ты сейчас порвешь, они, блядь, жидкие, на. Да? Конечно. Ну давай я попробую через сбоку. Игру. Ну да, конечно, сбоку, конечно. Порвешь, подтянешь сбоку, а ты пробуй вылазь. Давай, давай. Все, водила приспал, говорят, у них кузова жидкие, да, металл сильно тонкий, так что будем пробовать сбоку его. Но как бы мне кажется, это не получится, это не пойдет. Так, но попытка не пытка, как говорится, так что будем пробовать. Едем, едем сбоку его через грунт. Ой-ой-ой, ну он, да, нормально так сел, сейчас я вам покажу сбоку. На камеру это не так видно, а вживую, я вам так скажу, это просто, ну прям пиздец. Пиздец, да? Смотрите, как это. Вот, вот, смотрите, вот, и вот висит, пиздец, да? Вот этот в красной, с белыми лентами. Вот он приспал, видать, либо что. Сейчас он мне будет что-то говорить. А рация-то есть? Нет, зачем? А зачем мне рация? Как я буду связаться, что? Что, ну ты просто трогайся и едь, я тебя просто натяну и все. Рация ему нужна. Поговорить со мной хочет. Блять, видать, этому скучно. Так, втыкаем в песок, аккуратненько ковшик, чтоб не поймять ничего. Так, делаем обороты побольше.
Вот так вот мы его поднимаем. Так, сейчас, секунду, он там что, он трогаться не собирается? Так, что-то там заводит его, да? Ну, давай, братка, поехали. Давай. Так, нихера он меня поднимает. Так. Вот. Давай еще разок. Раз, два, три. Давай. Оп, почти. Давай еще разочек, сейчас мы тебя вытащим. Давай, мужик, я верю в тебя. Готов? Давай. Готово. Ну, блядь, не глохни ты, ебаный ты мудак. Ну чё ты, сука, руль, сука, выровни, поровнее встань, я в ахуе с тебя. Простите за маты, но это просто так. Давай, конечно, мужик, я тебя сейчас оторву нахуй. Хули, вот он глохнет, зря он так глохнет, конечно. Он чё, не может, блядь, выехать? А он как колёса сильно. Но не глохни, давай ещё. Но он меня уже двигает, ебаный в рот. Давай. Пошла вода горячая, волосы назад. Хорош! Спасение удалось! Все, пацаны, ставим лайки! Да, смотрите, в какой жопе он там был, сейчас покажу. Вот в эту яму он и упал. Ну, как-то так. Но все удачно, как и всегда. Все, всем спасибо, кто принимал участие. Давайте без оваций, без цветов. Все это хорошо. Ну все, всем до встречи. С вами был самый модный суперэкскаваторчик, который есть на белом свете. И всем пока.